Здравствуйте, дорогие друзья. И я в гостях у своей знакомой садовода, виноградаря, девушка Валентина. Вот ее домик красивый, какой аккуратный. Вот мне нравится у нее газон. Шиповник роза-ругоза растет. Вот. Вот, смотрите, как елочки, так все аккуратно, красиво. Вот, посмотрите, какая красота. Все очень аккуратно. Девушка аккуратная, и все у нее на участке аккуратно. Вон, посмотрите, какая красотища. Все сформировано. Елочка какая красивая растет. Тут для роз приготовлено все. Видите, как классно. А, это голубика? А я подумал, что это розы. Точно. Какая красота. Голубика. И расстояние хорошее, кстати, выдержало. Классно. Ну. Так, вот тут вот курочки водятся. Целый дом для них. Целый дом для курочек. Много места. Вот как все аккуратно и чисто. Вот эти елочки, можжевельники различные. Классные. Тут все перепахано. Так, надо колодец сделать, домик, да? Вот теплица, в которой виноград растет. Валентина отдала его под виноград. Мы тоже с ней познакомились на фоне винограда. И вот самое интересное, что у нее на участке есть. Посмотрите, какая красотища. Такая сажалка, как озеро. Глубокая, наверное, да? Глубокая? Ого! Больше 2 метров. Класс! Очень красиво на участке. Вот сиди на участке, лови рыбу, отдыхай летом. Вообще, просто красота. Просто красота. Видите, какая? Супер.